В регионе стартовали профилактические мероприятия по ранней диагностике онкологических заболеваний кожи среди работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Владимирской области. Профилактическая акция под названием «Берегите друг друга» стартовала в этот понедельник и завершится в декабре. Первое обследование медработников запланировано на 12 марта. Оно пройдет на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира. Скрининг проведут владимирские врачи дерматологи совместно с нижегородскими коллегами. Будут обследованы не только врачи и медицинский персонал среднего звена, но и сотрудники немедицинского сектора. Профилактическая акция охватит работников 68 медицинских организаций региона. Она организована в целях сохранения и укрепления здоровья медработников Владимирской области и снижения смертности населения трудоспособного возраста в рамках проекта «Я строю свой дом здоровья».